напишу адрес. Давайте. Там и про пропуск, и материалы все будут лежать, объявления. На первом занятии наш народ более чем достаточно. Мы посмотрим, кто из пришедших как сегодня выдержит дальнейшее. Это мы начинаем курс, который называется «Строй английского языка». И с ним у нас будет некоторая проблема, которая уже не раз бывала, стоящая в том, что часть аудитории имеет степенной год, а часть времени нет. Значит, как раз если можно, я сейчас попробую вас узнать, как мы делимся. Кто участник прошлых занятий прошлого года? Спасибо. Ты же прошлый год. Кто пришел первый? Спасибо, все, я понял. Ну, примерно, сейчас у нас ситуация примерно пополам. Значит, естественно, что положение у этих двух контингентов разное. Практически я не буду начинать с азов, но действительно ливийского языка это мне естественно было бы. Это, так сказать, некоторый второй шаг знакомства по степени лингвистической ценности. Поэтому для тех, кто пришел впервые, единственная возможность включиться в наши занятия состоит в том, чтобы приложить некоторые действительно крупные усилия, а именно ознакомиться за возможности за первый месяц, я думаю, что это вполне возможно, с конспектом по санскриту, который у вас на сайте лежит, то есть тем самым, которым вы пользовались в прошлом году. Принцип, который участники наши старые уже хорошо знают, я вам повторю, он состоит вовсе не в том, чтобы вы его как-то выучили, этот конспект, а только чтобы научились в нем хорошо ориентироваться. То есть прочли его достаточно число раз, чтобы понимать, где, в какой его части, что находится, и что вы, вообще говоря, каждую строчку можете понять, что она значит. Вот это, собственно говоря, и необходимо для того, чтобы дальше уже следить за тем, что происходит. Ну и, конечно, для тех, кто еще не знаком с Иванадари, в первую же неделю предлагается по любому источнику, сколько угодно в интернете, быстренько познакомиться с Иванадари. Опыт показывает, что это никого особенно не затрудняет, больше, чем, вообще говоря, неделю, две недели для этого и при желании достаточно. Но настаиваю на том, что в этих занятиях, для того, чтобы тем, кто пришел впервые, дальше успешно продвигаться, конечно, необходимо сильное желание, потому что без этого покажете, пожалуйста. Слишком сложным. И закройте, да? Но напротив, при хорошем желании эти вещи преодолеваются очень успешно. Так что тут смотрите сами. Ну, опыт показывает, конечно, что последние годы потом не сохраняется столько участников этого семинара, сколько было на первом занятии. Это закон природы. Вы сами посмотрите, кому из вас это хочется преодолевать, а кому кажется, что это уже для вас лишнее. Это вы увидите. Значит, тем самым первые какие-то занятия, вообще говоря, будут происходить так, что я буду спрашивать тех, кто был в прошлом году. Ну, по той простой причине, что тех, кто не был, еще будет рано спрашивать. Но я очень буду хотеть, чтобы
возможности, срок включения тех, кто пришел впервые, сократился. Так что на каком-нибудь третьем-четвертом занятии, чтобы, может быть, уже можно было попросить кого-нибудь из тех, кто только начинает поучаствовать. Но для этого, повторяю, нужно с всех сторон безусловно и ярко выраженное желание. Вот такое общее предупреждение о том, как я представляю себе наши дальнейшие занятия. Опыт показывает, что такого рода соединение тех, кто уже занимался, с теми, кто только начинает, вполне удается. Но не для всех, конечно, а именно для желающих. Так что у нас это пример того были в прошлые годы. Так что ничего тут такого сверхъестественного не происходит. Обычно к концу первого семестра уже общее впечатление от того, кто что знает, выравнивается от тех, кто начинал, и от тех, кто продолжал. Это о нашей, так сказать, организации. Ну а теперь перейдем к делу. Опять-таки, для тех, кто еще не привык, я скажу, что большую часть наших занятий я вовсе не собираюсь вам все время что-то рассказывать, а ожидается то, что, наоборот, вы будете по очереди участвовать в том, чтобы что-то такое разбирать в доски и отвечать. Но на первом занятии, поскольку у вас никакого домашнего задания еще пока нет, я, естественно, вынужден буду целое занятие что-то такое вам говорить. Это в качестве исключения. А уже со второго занятия я надеюсь, что мне удастся кого-то из вас пригласить к доске. Причем я очень надеюсь, что мне никогда не придется делать это путем вызова кого-нибудь, а всегда находятся люди, которые сами этого хотят. Замечу, опять-таки, что опыт прошлых лет показывает, что на первых занятиях довольно трудно найти волонтеров, люди стесняются. А на последних занятиях не хватает времени для того, чтобы пустить к доске всех, кто тянет руки. Это вот такой вот закон нашего развития, так что учтите его, что те, кто не хочет идти к доске на первых занятиях, считают, что это почему-нибудь неуместно, рано и прочее, вы ошибаетесь, можете это преодолеть, потому что все равно потом будет именно такая картина. Вот вам рассказ о том, как я себе представляю наше занятие в течение, по крайней мере, этого семестра. Ну, а теперь перейдем к содержанию. Термин санскрит может употребляться в разных, несколько разных смыслах, то есть в нем может включаться больше или меньше количество единиц, соответственно, текста и типов языка. В широком смысле слова санскрит – это то же, что литературный древнеиндийский язык в целом. В более узком смысле – это некоторая часть соответствующих текстов и соответствующих грамматических явлений, а именно несколько более поздние части, которые покрывают собой великие эпические поэмы, Махабхарату, Рамаяну, и так называемые классические тексты санскрита, огромное количество художественные, научные, богословские тексты. Им противостоит ранняя часть текстов, древнеиндийских. Это прежде всего сами веды, то есть священные тексты Индии, ну, и примыкающая к ним очень обширная литература, непосредственно к этим ведам по содержанию относящаяся. По времени это более ранний этап, чем эпический и классический санскрит. И по состоянию языка это несколько иная картина, чем канонический санскрит, ну скажем, какой он представляет, как он выглядит в эпосе, и как мы с ним познакомились в прошлом году. Поэтому для лингвиста уместно именно такое разделение. Ну, собственно говоря, и не только с лингвистической и других точек зрения такое разделение вполне бытует. Санскрит в узком смысле, то есть
некоторые формы более позднего языка, и санскрит в широком смысле, туда входит и ведийский язык. Чем отличается ведийский язык от классического, эпического и классического санскрита? Это, вообще говоря, язык несколько иного типологического облика. Не сильно, но все же отлично. А именно, в эпическом санскрите имеются как бы две типологических возможности. Одна возможность – это вполне встроенный флективный язык, где глаголы имеют обширные типы спряжения, где фраза обычно строится из синтаксической схемы соединения простых слов. И другой тип, который со временем становится все более весомым в санскрите, это тип, где личные формы глагола начинают убывать, сохраняются в ничтожном меньшинстве, а в конечном счете просто вообще исчезают, как это случилось в новоиндийских языках после 2000-летнего развития. И где в огромном количестве появляются сложные слова, причем эти сложные слова могут быть не из двух частей, что довольно просто, даже для русского языка никакого напряжения не составляет, но из трех, четырех, шести, восьми, иногда достигать размера целого абзаца, и тем самым заменять собой уже не словосочетание, а целое предложение. Это такой, так сказать, санскрит 2, типологический, который уже с точки зрения типологии должен рассматриваться как нечто приближающееся вовсе не к флективным, а к инкорпорирующим языкам. Что такая сложная двойственность поздней формы древнеиндийского языка и сама эволюция, безусловно, направлена от флективного типа к типу близкого к инкорпорирующему. В частности, направлено к потере форм спряжения и замены их всех всего лишь единственной формой причастия, которая становится новым сказанием. Ну вот, совершенно понятно, что на этой шкале движения, даже внутри санскрита, движения в истории, предшествующим звеном является язык чисто флективный. Вот этим языком является ведийский. Ведийский, в котором сложное слово вообще не слишком частое явление. А если оно есть, то из двух частей, из двух слов. Сложные слова из более чем двух слов практически встречаются чрезвычайно редко, что только в поздних частях. Нормально веды строятся из фраз, где сказуемое, если оно не именное, то представляет собой личную форму глагола. Причем имеется огромное разнообразие личных форм, несравненно больше, чем в санскрите, и больше, чем в любом другом европейском языке. И, собственно, отчасти ради этого мы, как лингвисты, и охотно знакомимся с этой системой, поскольку система глаголов в ведах представляет собой самую разветвленную, самую мощную среди древних европейских языков. Ну, у Гомера можно что-то сравнить, найти, но веды даже Гомера философ. Вот этот тоже является для нас, как лингвистов, с таким привлекательным обстоятельством, тем, чтобы познакомиться с языком, который мы будем строить так богато в смысле морфологии. Другая особенность, но довольно легко связанная с этим, вообще говоря, тоже очень архаичная, состоит в том, что веды, как практически никакой другой индоевропейский язык, обладают, и в отличие от санскрита,
не только от других еврейских языков, скажем так, современные русские или современные европейские языки, а даже от санскрита, то есть более поздней формы того же древнееврейского, еще не имеют привербов в том смысле, в котором они есть хотя бы в санскрите. То есть то, что мы просто называем глагольными приставками. То, чем богаты все европейские языки, какой-нибудь ходить, заходить, приходить, отходить, переходить и так далее. Картина совершенно естественная для латыни, для русского, для древнегреческого и так далее. И для санскрита. Там тоже то, что будет какой-нибудь пра, а, а и так далее, добавляющийся к глаголу, совершенно так же, как в русском. Не так в ведах. В ведах все те единицы языка, которые становятся привербами позже в других европейских языках, это еще самостоятельное наречие. Какое-нибудь слово «ан», «след», представляет собой наречие, которое именно можно сопоставлять с каким-то русским словом «след». Какое-нибудь слово «сам» можно сопоставлять с каким-нибудь по смыслу словами типа «вместе». То, что потом становится чистыми глагольными приставками, здесь еще вполне самостоятельно и по ударению, ну, в этом есть впереди, и по позиции в окрасе. А именно, нет никакой обязательности в том, чтобы такое слово приклеивалось к глаголу. Оно может стоять по отношению к глаголу в любой позиции. Оно может быть перед ним и после ним. Оно может быть в контакте с ним непосредственно или без, или отделено от него любым количеством слов. Ну, как и должно быть, если это просто, если возьмете сочетание любого наречия с глаголом по-русски, то, естественно, такое, точно так же будет картина для никакого ограничения ни по тому впереди или сзади, ни по тому близко или далеко от глагола не будет. Это тоже такая необычная очень особенность, но мы к ней привыкли. Вам быть, я думаю, даже с английским приятно будет таким устройством. Вот из таких броских особенностей языка главное. Другая сторона, которая может вам как английским меньше понравиться, состоит в том, что между ведийским языком и санскритом имеется очень большая разница по степени нормализации. Любители языков, которые работают как часовые механизмы, которые все безусловно подчинено или ни малейшее отклонение от правил, должны заниматься эпическим и классическим санскритом. Там получается свое удовольствие в том, что все работает как смазанные механизмы, и нельзя себе позволить ни единого отклонения, потому что где-нибудь вместо краткого «а» последовало долгое «а», и вы не понимали бы вчера, почему это произошло. Так что тут я сразу предупреждаю, что у лингвистов бывают по этому поводу разные предпочтения. Так что отчасти прикиньте на себя, что вам больше нравится. Поэтому из этих двух языков санскрита и ведийского тут на примере этих двух языков как раз проявляется эта разница между языком строжайше регламентированным, каким является санскрит. Санскрит обладает одной из самых точных регламентаций известных нам древних языков. Или другой тип, тип вед, где регламентации еще нет. То есть она в какой-то степени существует, но несравненно более слабая, чем для санскрита. Это язык, с одной стороны, жесткий и совершенно четко держащийся в рамках, отчасти даже просто сознательными усилиями тех, кто его утверждал, которые появились соблюдать грамматику Панина, в тех случаях, где он какой-то не был сомнений возникал. И связанное в значительной мере с тем, что санскрит, вообще говоря, в отличие от вед, это язык, которым довольно рано перестали пользоваться в быту и который стал языком литературным для образованной части общества. Кем оно продолжает быть для некоторой части действия?
То есть санскрит довольно рано становится, получает такую же функцию, как латынь не в эпоху Римской республики или империи, а в средневековой Европе. Когда вообще говоря, в быту носить, те, кто его употребляет, говорят на другом языке. Сперва на среднеиндийских языках, а потом на новоиндийских языках. А санскрит употребляют как некоторый вид престижной формы, культурной, цивилизованной, литературной, урбанизованной речи. Вот поэтому некоторые особенности связаны еще и с этим. Жесткость, в частности, грамматики, которая в санскрите не изменилась за 2000 лет. Она не изменилась примерно точно по той же причине, почему не изменилась латыни средневековой латинской грамматики. Она соблюдалась именно ввиду литературности этого языка. Не так в ведах. Веды еще отражают этап, когда такого отдельного литературного языка не сформировалось. И, очевидно, соответствует непосредственно еще речи тех, кто в эту эпоху жил. Поэтому, когда нам придется читать Веды, вам, увы, доведется столкнуться с неприятным обстоятельством, что что-нибудь в тексте встретилось, не соответствующее тем вашим сведениям, которые там уже есть. Но вообще говоря, существует полное описание даже для Вед. Санскритологи достаточно много поработали, чтобы даже и в Ведах узнать. Но тогда не может быть никакой речи о том, чтобы вам предложить конспект такой длины, как для санскрита. А нужно будет делать соответствующий конспект там, 8 раз полнее, что, естественно, полностью лишает смысла. Поэтому маленькой странички, которую вам дал для Вед, не покрывают всего, что, с чем вы встретитесь в тексте. Вы заранее должны, опять-таки еще раз говорю, для тех, кому совершенно не нравятся такие расхлябанные, непричесанные языки, как идийский, должны сразу это понять, что тогда им надо заниматься чем-то другим, скажем, латынью или готским, где все в порядке, а не идийским. Но, с другой стороны, лингвисты, конечно, полезно знать, что языки именно... Потому что весьма интересные бывают и такие. В этом смысле статистики очень хорошо делятся, скажем. Авесты – это точно такой же непричесанный язык, как веды. Вообще, скажем, латынь, которая по строгости своей вполне похожа на санскрит. Это значит, что, вообще говоря, у вас могут встретиться, вот у вас есть некоторый список окончаний, а в реальном тексте в каком-то случае лог в этом месте может быть несколько иных окончаний. Скажем, вместо ма-гэс окончание будет, ма-гай, допустим, или еще что-то подобное. То есть у нас с вами не будет другого способа, как то, что я должен буду вам с некоторым, соответствующим, может быть, не самым приятным чувством сообщать, что вот здесь имеется такое ведийское завихрение, которое в этом тексте отличается от того, что встречается много чаще. Значит, это такое общее предупреждение, которое, разумеется, затруднит вашу деятельность, когда вы будете расшифровывать, что это такое сайт, но на то и вторая более трудная ступень знакомства с древним английским языком, в котором мы сейчас находимся. Я говорил о более раннем и о более позднем. Ну, соответственно, более ранние это веды и более поздние. Это, конечно, относительно хронологии верно. А вот что касается абсолютной хронологии, то индийским языком и вообще с историей Индии в целом, даже не только касающейся языка, положение совсем не такое, как в Европе. Это мир без ощущения истории, где история в европейском смысле слова, то есть описание событий год за годом, как они происходили, вообще не сформировалось.
характерной особенностью традиционного английского менталитета стоит вневременное восприятие всех событий, которые происходило ли нечто сейчас, вчера или 2000 лет назад, считается вещью безразличной, весьма несущественной по сравнению с сутью того, что описывается. Ну, это другой некоторый тип восприятия, мировосприятия, но он в частности отражается в том, что мы никаких дат точных по истории, в частности, индийского, древнеиндийского языка не знаем. Очень косвенными средствами удается представить себе, когда примерно жил Пани, великий нормализатор санскрита. Сейчас, после массы колебаний в самые разные стороны, удается прогнозировать его 200-летний интервал примерно, то есть 5 или 4 век до нашей эры. Вот все, что сейчас могут сказать. Что же касается вед, то здесь положение совершенно в этом смысле чудовищное, потому что предложение о том, как датировать веды, дают такой размах, который страшно себе представить. Потому что самые крайние предложения стоят в том, чтобы, ну, безусловно, нереально, но тем не менее, на котором настаивали определенные части исследователей, это 6 тысяч лет до нашей эры. Самое позднее – это 1 тысяча лет до нашей эры. Но не буду долго вас этим. Значит, сейчас обычно дается датировка, что начало сложения вет следует датировать примерно 14, 13, 12 веком до нашей эры, видите, какая степень приблизительности. То же самое касается великих эпических поэм Махабхараты, вопрос о том, какие века они были созданы, решается очень на основании чрезвычайно шатких соображений. Ну, сейчас принято считать, что это вторая половина первого тысячелетия до нашей эры. Надо сказать, что единственное, как так сказать, светлое пятно в хронологии Индии, это связано, может быть, не самым приятным для индийцев событием, а именно нашествием на них Александра Македонского. И вот битвой с Арампором, которую мы все знаем из истории. Дело в том, что, к счастью для нас, Александр Македонский датируется хорошо. И поэтому тем самым Пор является единственным практически древнеиндийским царем, который совершенно бесспорно известно, в какие годы он... Бесспорно! Пор бесспорный, или... Пор бесспорный, совершенно верно. Да, что это? Но вообще Александр Македонский в самых разных отношениях оставил самые замечательные следы в тех восточных странах, которые он временно завоевывал. Таджикистане до сих пор очень любят показывать, когда это показывают, например, такие красивые женщины, как в Таджикистане. Это выходил Эльцин. Так что, ну вот для нас действительно некоторые события Индии, соответственно, 4 века до нашей эры, тем самым датируется даже по европейской шкале. Ну, не так. Так что приходится ограничиваться, возвращаясь к сути дела, к очень приблизительной оценкой. Ну, для нас достаточно, что это из самых древних, самых древних индоевропейских памятников веды. Я говорю, раньше всегда говорилось, просто самое древнее, пока не появился хетский. Хетский еще древнее. Но если иметь в виду литературные произведения, то веды, конечно, самые древние из литературных и более точно стихотворных произведений европейского мира, которые, по-видимому, сохраняют многие черты, которые действительно можно проецировать на общеевропейский. Хотя сейчас мы хорошо знаем, что санскрит вовсе не является самой непосредственно похожим на индоевропейский, как представляли себе в начале 19 века, в начале эпохи исторического языкознания в 19 веке.
Но, тем не менее, по крайней мере, эти стороны вет ведийское стихотворение видимо близко к тому, что можно предполагать про индоевропейцев. Ну и дальше, особенность, которая резко отличает веды от санскрита, это акцентуация. Тут мы возвращаемся к тематике, которая в изучении санскрита у нас отсутствовала, может нас интересовать для других частей индоевропейского мира, для древнерусского, допустим, но для ведийского она актуальна. А именно, все ведийские тексты акцентуированы, в отличие от, собственно, санскрита, в полном смысле, где никакой акцентуации нет, и где, вообще говоря, не вполне даже ясно, что за этим стоит, просто отсутствие традиции выставлять знаки ударения, или уже изменившаяся система прозодическая. По всей вероятности, верно второе, то есть, что санскрит – это уже этап, когда древние ударения, по крайней мере, в этой линии были утрачены. Действительно, сохраняются ли какие-то прямые остатки ведийского ударения в новоиндийских языках? Вопрос, видимо, пока что ответ скорее отрицательный. Собственно говоря, долгое время считалось, что это верно, что это так для всех, всего индоиранского мира. Но вот работами Дебо, в частности, показано, что в иранском мире имеются в некоторых языках иранского мира имеются следы той просадической системы, которая тождественна ведам. Это он обнаружил в афганском языке. И, вероятно, в некоторых других языках иранских это тоже может быть прослежено. Но, то есть, по крайней мере, в иранской части императорского мира, по-видимому, эта система жила дольше и могла дожить до нашего времени в виде каких-то остатков. В индийском пока что этого не обнаружено. Это может быть какое-то открытие, аналогичное открытие Дубо, может быть сделано в этой области. Во всех остальных случаях и санскрит, и новоиндийские языки обнаруживают систему ударения очень банальную, ну, такого латинского типа, которой, собственно, мы не пользуемся обычно при чтении санскрита, которая, по-видимому, пришла на смену древнеиндийскому ударению. Древнеиндийское ударение которое опять-таки долгое время представляли себе как просто тождественное проиндоевропейскому, хотя ему вряд ли и в полной мере тождественно, тем не менее достаточно близко к тому, что должно быть для него реконструировано. Оно обнаруживает существенное сходство с системой ударения в греческом, в древнегреческом. Поэтому индоарийская, древнегреческая схема ударения не единая все же, но все-таки достаточно сходная, если бы мы хотели в своих частях, устанавливается довольно хорошо. Совсем другая система ударения, это балтославянская, где в соотношении с древнегреческим долгое время было совершенно неизвестно, но вот великий шаг в этом смысле был совершен нашим замечательным Иосифом Ильичем Свиточем, который установил главные черты соотношения балтославянской системы ударения с древнеиндийской, показав, что они имеют, тем не менее, какое-то единое начало, но действительно балтославянская система очень сильно уже изменена. Значит, ну, это самые общие сведения, касающиеся этой проблемы в индоевропейских языках. В самом ведийском ударение, судя в частности по описаниям собственным ведийским,
представлял собой противопоставление по высоте и по высоте тонны, соответственно, слоги, которые естественно считать ударными, они физически представляют собой слоги с высоким тонном, а безударные слоги с низким тонном. Значит, поскольку нам придется дальше уже разбирать текст, в том числе с ударением, и понимать, почему и какое ударение, то этим мы должны будем заняться более специально. В листочках, которые вам сообщили уже под названием «Медийские особенности», одна страничка про ударение есть, там вам средний шанчик уже прочтете, это ваше видео. Нам предстоит более детально, просто научиться это применять при чтении текста, при разборе. Чисто внешне, без проникновения чуть глубже в то, как это складывается, система тонов в санскрите выглядит несколько более сложной, а именно есть высокий тон, есть низкий тон и есть то, что европейцы называют конфлюенция, то есть движение тона, сперва повышающийся, потом понижающийся, такой горбик. Ну, собственно говоря, циркомфлексия изображается как горбик, циркомфлексия, и конический. Но очень несложный анализ показывает, что то, что, что циркумфлекс в ведах представляет собой легко анализируемое вторичное явление, представляющее собой всегда одно и то же, а именно, не всегда одно и то же, в наиболее интересном случае одно и то же, а в другом случае этого отдельно. А именно соединение, тот случай, когда у вас имеется слог с высоким тоном, а за ним слог с низким тоном, которые почему-то сливаются по той или иной причине, подчинизанты, сливаются в одно гласное. И тогда у вас движение тона сперва вверх, потом вниз, оказывается, оно, собственно, сохраняется, но оно должно поместиться на одной гласной, поэтому гласный получает внешне другую тональность в виде такого движения тонов сперва вверх, потом вниз. Так что поэтому с точки зрения фонологической, для санскрита, естественно, считать просто, что представление акцентное, самое простое. Просто слог с высоким тоном, слог с низким тоном. Для простоты ударность и безударность. А случаи комплекса легко раскладываются на такую форму. Я, пожалуй, эти картинки сотру, потому что не мог вас сбить, а именно потому, что знаки очень похожи на те, которые используются в самих ведах, но немножко не те. Маленькое отступление. Собственно, по порядку я вернусь к ударению позже, когда мы будем более подробно рассматривать. Пока что мне нужно продолжить просто рассказ про веды с тем, чтобы дать вам общее представление о том, что каждая из этих вед, как она выглядит. Во-первых, ведийская литература имеет такую иерархическую структуру. Стоят веды. Четыре веды, дальше от каждой из них, так сказать, вниз или дальше по ходу истории вырастает
ведийская литература, посвященная этой веде. Четыре или пять ступеней того, что можно очень широко применять термин назвать комментариями. Примерно как Талмуд Библии и так далее, которые существуют в самых разных религиозных системах, каждый из которых привязан к этим четырем. Значит, четыре веды я вам назову. Значит, ну само слово веда. Веда, мужского рода. Потому что по-русски это должно было быть уже не веда, а вет, вообще говоря. Но заметьте, что совершенно так же выглядело. Ну, и оно, конечно, в словах типа языковед, выступает вторая часть, которая в точности равна названию веды. Но для нас веда – это слово женского рода, но просто потому что это «а» на нас влияет, вообще говоря, слово «веда». Оно в той же культуре, что он слово «бег» русского. Глагольные существительные такого простого типа. В данном случае тем самым знание, ведание. В этом смысле русский язык совершенно так же сохранил эти два древнейших глагола знания, глагол знать и ведать. Санскритское джня и вед, вид, вед. Но по-русски сейчас уже сплетение совершенно другое, ведать просто вообще говоря, из живого языка почти ушло. А для санскрита знать и ведать это два глагола, об этом нам приходилось говорить, наверное, помню, которые хотя одинаково переводятся как знать на современный русский язык, но для индийцев это было два разных знания. Знания, достигаемые из опыта, из наблюдения на окружающие события, природы, действия и так далее, называлось джня. Соответственно, джня ти, соответственно, знание. А знание, которое достигалось, то, что индийское, несравненно более высоким способом, без всякого обращения к реальному факту и опыту. А то, что, как в хорошем индийском сказано, сейчас в своем сердце открыли мудрецы, называлась веда. Так что веда, конечно, это не просто знание, а вот то внутреннее знание, которое проистекает не из наблюдения факта, с точки зрения индийской, а из некого идущего изнутри понимания того, что есть истина. Это комментарий к слову «веда», поскольку там часто будет встречаться дальше. Четыре веды имеют, соответственно, одна веда посвящена тому, тому предмету, который называется вот так. Рч. Ну или как европейцы его произносят «рич». Прошу, что получится, если «ч» соединяется с «в»? Г. Г, конечно, да. Соответственно, это вам дает первый вед. Если хотите, переводить веда гимнов или веда. Да, значит, рич – это гимн, восхвалительная песня. Вот, ровно та единица, из которой состоят веды. Далее следует сама, это одно из названий для песнопений. Вариации песнопений многочисленны, в санскрите вообще обладает огромным количеством синонимов или квазисинонимов. В данном случае песнопений их особенно много. Значит, как должна быть, если это основано на N, как будет выглядеть, для тех вопросов, если ты уже занимался, как будет выглядеть слово сложение этого слова? Адуга.
А долго есть окончание даже. Нет, значит, что будет вместо сама? Сама. Сама. Это будет все. Сама. Это песнопение. Дальше, следующая единица. Это яджус. Корень ядж опознаете? Помните, что такое ядж? Пожалуйста, смотрите. Возлиять. Жертва. Да, жертва, это жертвоприношение. Жертвоприношение это типичный сакральный термин. Маленький суффикс «ус», один из вариантов суффиксов, которые даются на среднем уровне. Что такое дает вам санки по соединению этого яджуса? Яджур. Форму. И дальше четвертое, которое стоит обособленно, настолько, что по некоторому счету по-настоящему священным признаются только первые три, а четвертое к ним добавлено. Ну, это действительно, как она явно более поздняя, хотя какие-то элементы ее явно восходят от таких очень раннего времени. И там фигурирует вот такое слово совершенно другой природы, адхарван. Харван, который вообще плохо этимологизируется из санскрита, этимологизируется лучше всего из иранского, где по весте антар огонь. Так что антар огонь, слово это, которое, ну, как ни странно, в одном из наследников вы знаете до сих пор, потому что одна из провинций Великой Иранской зоны называлась Атропатена, Патана. Патана, равнина, равнина огня, огня, естественно, нефти. Вы знаете, что это? Азербайджан. Азербайджан. Так что атлас таким образом. В индонезийской почве нет хорошего объяснения, почему ты аж вместо ты. И полагают, что в месте будет атор, но если склоняться, то это будет атора. Склонение. Что предполагает иранское заявление, иранское заявление. Атарван – жрец огнепочитатель, огнежертвователь и так далее. Хотя для индийской традиции уже этот огонь не прослеживается, а просто известно, что, значит, соответственно, четвертое веда называется Атарва веда. Где собраны, в частности, частью гимны того же типа, что в Ригведе, но в большем количестве гимны и тексты, которые могли бы даже иначе назвать, чем гимны магического содержания. То есть, ну, чего, собственно, Ригведе нет. Магического, то есть тексты словесного воздействия на природу, на события и так далее. Вот четыре главных вещи, каждый из которых, как я сказал, имеет за собой такой длинный хвост, следующих по времени крупных комментариев. Самые крупные комментарии называются Брахма. Самый древний. По-русски называется Брахма.
следующий ряд называется Араньяка, буквально весны. Араньяка, лес Араньяка. Наконец, последний ряд, уже более максимально близкий к классическому санскриту, Упанишады. Упанишады, соответственно. Ну, Араньяка, я уже сказал, что это происходит из названия леса, а Упанишад вам задание перевести. Что? Я только знаю, но слышал. Не перевести. Все, согласен. Это очень уместно, что вы правильно говорите, что вы знаете. То есть вы можете знать разные вещи, можно знать просто перевод. Это первый уровень знания. Я можно, спрашиваю о том, как устроены. Можно перевести. Да? Это корень сад, который сидеть. Сидеть, совершенно правильно. Корень сад, который сидеть. А почему ше? Потому что сад. Все верно, да, корень сад. Да, дальше. И тогда что перед этим? Ну, не это вниз. Не это вниз, да, не садиться. Не это вниз, да. А упа – это как бы подсаживаться. Да, правильно. Упа, да, под, в смысле, такой же под, как подойти, подсесть и так далее. Так, все замечательно совершенно, значит, это Упанишад, значит, примерно под, ну, сесть еще вниз. Ну, сесть, вообще говоря, есть движение вниз, так что это нормально. Сесть. Короче, человек стоит, потом он может ни сад, то есть сесть, опустившись. Ну, это ни по-русски, то, к сожалению, по-русски как-то здесь не вижу хорошей приставки, как сесть вниз, при этом опуститься. И при этом подсесть к чему-то. Это Упанишад, это ситуация, когда некоторое количество учеников Подсаживаются кольцом вокруг учителя. Мы видели однажды много. И тогда их занятие называется, соответственно, Упанишад. То, что это те высокие философские идеи, которые при этом вырабатываются, записываются в виде книги, которые тоже называются Упанишад. И сама философская теория тоже называется теорией. Упанишады уже часто ссылаются современные философы, поскольку это действительно уже сильно развитые философские. Араньяка с долгого ан начинается. Да. Спасибо, да. Плюс к этому еще добавляется не в этой шкале, а насколько немножко другая линия, это чистая линия, так сказать, философская, богословско-философская, а другая линия более практичная, которая дает то, что называется сутра. Сутра, то есть некоторые, ну, буквально сутра это корень шить, сутра нечто изначально, ну, что-то типа нить. Да, шито. Нити. Сутры – это тексты с разного рода предписаниями. Предписания иногда техническими, например, там Кама-сутра. Иногда законодательными, например, законы Ману, ну и так далее. Иногда просто техническими. То есть это тексты уже не богословского содержания, а более близкой к практической жизни. Вот так устроены эта система, то есть она делится на четыре класса, и в каждом классе имеется брахман, относящийся к Ригведе, брахман, относящийся к Самведе, каждый из них имеет еще собственное название, но это я не буду вас этим затруднять, названия эти красивые, длинные, но их уже было бы чрезмерно пытаться их тоже создавать. Так вот, теперь могу вернуться к более
более подробно к нашему вопросу о благодарении. Это связано с тем, что каким образом, вообще говоря, складывалась эта литература. Литература, касающаяся Ригведы, отдельно касающаяся Самоведы, отдельно Ригведы. Связано это с тем, что древние жрецы делились на кланы, на семьи. Каждая семья занималась своей ведой. То есть, собственно говоря, сама веда соответствующая была, вообще говоря, продуктом поэтов некоторой семьи. После чего традиционно все потомки продолжали работать именно с этой ведой, как бы это и говорилось, это их семейный религиозный текст. Вообще сведение нечто единое – это более поздние события. Даже и, собственно, складывание каждого из этих текстов в единый состав тоже представляет собой, безусловно, акт сравнительно позднего искусства. Кстати, я вам не сказал, термин, который называется каждый из этих текстов по названию, это называется самхита. Что такое самхита? Пожалуйста. Вам всем задача. Сложное что-то. Поставлено. Да, пожалуйста, из каких-то моментов. Ну, хита – это поставленность хи и да. Ха. Да, ха, вы знаете, да. Хита, ха, конечно, здесь это прокритизм из дгу. Хита первоначально, но реально уже всегда хита, это просто нормальное причастие к глаголу дга. Класть, русское – деть, какой-нибудь надеть, там, одеть и так далее. И это сам. Совершенно все правильно, сам хита, то есть это сборник, собрание, многочисленных названий, для чего-то соединенного, сбор. Ну, буквально по-русски «с» детое ничего не даст, хотя, в принципе, все морфемы есть, и по-русски тоже. Если иметь в виду, куда ты что-то делал, то «со» детое вместе. Судеты вместе, да. Согласен, да. Примерно так можно понимать. Так вот, сам хита. Поэтому, когда нужно назвать обобщенно, что каждый из этих сборников, это называется сам хита Ригвед, сам хита Самоведа и так далее. Поэтому такое противопоставление. Мы занимаемся, нас интересует сам хита и брахман. Сам хита, там соответствующая панчара. Так вот, все это принадлежало, как я вам сказал, соответствующим кланам, которые кланы жрецов делились по ведам. Каждый работал в пределах своей... Так вот, некоторое неудобство для нас стоит в том, что они немножко по-разному пели. То есть в этих кланах сложились не совсем одинаковые чисто рецитационные особенности. Что отразилось в том, что для каждой веды придумана была своя система нотации Дарида. Поэтому если мы сейчас начнем знакомиться с системой нотации Дарида, то это мы не кончим на конце следующего занятия, серии. И для некоторого несчастья для нас самая простая система, которая состоит в том, что над ударением ставился знак ударения. И стоит только в одной из вет, и не той, которая нас интересует. На самом деле. А в Ригведе существует одна из очень непростых систем. Но ничего не поделаешь, поскольку мы будем читать именно Ригведы, то нам придется знакомиться именно с непростой системой значений. Значит, мы будем только знать, что, вообще говоря, индейцы умели и просто обозначать ударение, но это было не в том плане, который изучал нашу Ригведу. План, который изучал нашу Ригведу, замечательным образом создал такую систему нотации, при которой ударность не обозначается никак. И вот необозначение «никак» является выдающимся свойством слова, которое означает, что он несет время. Ну вот теперь, значит, поэтому теперь уже я на середине тихо.
Знаки очень простые. Ну вот слог. Значит, соответственно, имеется один знак такой, другой знак такой, третий знак никакой. Ну вот в самом грубом виде это безударность. Это циркумфлекс. А вот это ударность. Ну, понимаете, как изысканно. Вот стоит все время становиться немножко вверх ногами, чтобы. Пытались понять, почему такая неимоверная система, ну, европейские анализаторы, аналисты. Почему такая странная система обозначения этих звеньев? Гипотеза состоит в следующем, что в той манере произнесения, которая в плане ригведических жрецов была принята, тон повышался следующим хитрым образом. Скажем, если была последовательность из трех слогов, где с точки зрения функциональной ударение падало на средний слог, средний полутон, то тон повышался следующим образом по этой гипотезе. Он был низким перед ударением, высоким при ударении, и еще более высоким он поднимался в заударном слоге, после чего падал. Настолько, что не исключено даже, что не то, что это была манера, которая была только в ригведических жрецах, может, это была и общая манера произнесения, но только в ригведической жрецы считали нужным обозначать прежде всего вот эту самую высокую точку, которая наступала не на ударном слоге, а вслед на следующем слоге. Это, надо сказать, немножко похоже на то, что относится к элементу сербского ударения. Что, в принципе, движение тона может переходить на следующий слог, а потом вещь в тональных системах известна. Значит, верна эта гипотеза или нет, это не настаивает, так или иначе, реально получается, что это же самое на уровне записи в ригведе будет выглядеть так. Низкий, заметьте, низкое, ничего и высокое. Вот классическая система, которая где средний слог. Давайте я вам. Ага, давайте тогда я оставлю еще погодите. Что это? Парадхама. Да. Сейчас я вам это же самое сделаю как бы с разными ударениями. Строго говоря, ну тут все три ударения посмотрим. Значит, я от вас попрошу, значит, первый вариант будет такой, второй будет такой. Это не то, что у этого слова есть варианты, у этого слова никаких вариантов нет, у них ровно одно ударение, и на самом деле вот то, которое я сейчас даже пишу, конечное, Прадхама. Но представь себе просто, что это такое упражнение. Пожалуйста, что я должен поставить куда? Нет, начнем со среднего.
среднем, что это? Понижение. Низкий тон первый. Над чем? Правый. Ну, внизу палочки. Низкий тон. Да. Да. Чего? Чего? На тхане чего и на... Да, на все, совершенно верно, да. Здесь что делать? Ничего. Ничего. Повышение. Да. Ну, про это вы пока ничего не знаете, на самом деле ничего. Здесь что? Низкий. Да, начнем от конца идите. Ну, последний ничего. Ничего? И два низких. Низкие. И про это вы тоже еще пока не знаете. И тоже ничего. Ну, в данном случае ничего нет. В данном случае, когда разделено, то придется так. Ну, полные правила у вас есть. Это сейчас я не буду. Значит, практически. Тем самым вы уже знаете всю систему, осталось только узнать, что делать со слогами, которые не попадают в эту тройку. Ну, то есть передударные, ударные, заударные. А то есть еще есть какие-то слоги, как у нас в точности был вот здесь еще один слог, надо было с ним как-то поступить. Точно так же, как и здесь был еще один слог, надо было с ним как-то поступить. Значит, там ситуация простая. Если у вас любое количество слогов после начала фразы или стиха, ну практически для стихов, поэтому всегда это будет начало стиха, начиная с какого-то момента, имеет низкий тон, то вся предыдущая серия, если она тоже имеет низкий тон, она тоже снабжается знаками низкого тона. Это вот мы применили здесь. Это первое дополнительное правило, которое к самому общему идет, к самой общей тройке. Второе, следующее, что если у вас имеется циркумфлекс, и после него напрасно делаю такие коротенькие, после него любое количество слогов, и где-то там наступит низкий тон, но дальше, естественно, ударность, то вот эта промежуточная зона обозначается никак. И то же самое наступает, если здесь не следующий знак низкого тона, а конец фразы. Что-то одинаково. Ну, опять-таки, я это говорю вам немножко проговоркой. Вы можете считать, что это не вполне корректно. А корректно у вас написано на бумажке. Вы прочтете, поэтому я позволяю себе... Да, на всякий случай, спешите еще раз. Еще раз скачайте. Скачайте, потому что маленькая поправка, касающаяся как раз. Сегодня в ночь правка произошла. Все понятно. Пожалуйста. Так что не поленись, скачайте еще раз, чтобы не было прав. Я вчера. Ну, а теперь я предложу небольшое упражнение. У нас осталось немного времени до него. Да, так что еще раз обратите. Сейчас я вам сказал это несколько бегло, просто чтобы первое знакомство с идеей совершить, исходя из того, что все это вы прочтете аккуратно в листке, и тогда уже будете знать это на уровне алгоритмическом, а не таком поверхностном. А теперь я все-таки вам хочу написать фразу. Сейчас я вам хочу. Я напишу в транскрипте. А кто-нибудь возьмитесь быть энтузиастом, потом мне сейчас переписать в Деванагари.
Уже выявились добровольцы? Не могу. Ну это спросить на такие. Я бы хотел с кого-нибудь, кто... Никто не знает, тот вряд ли сможет. Сейчас я напишу. Сейчас, минуточку. Что это значит, пока что у нас нет времени разбирать, но вы скоро познакомитесь, конечно, с этой проблемой тоже, но пока еще нет. Пока мне достаточно считать, что это упражнение, сейчас еще раз я посмотрю, все ли правильно написал. Так, хорошо, еще раз спрашиваю, значит, руки поднимаются. Ну, у вас слишком ветеранская, значит. Пожалуйста. Ветеранский стаж большой, поэтому я начну со среднего звена. Это ударение, да, обозначено? Это нормальный европейский способ обозначения ударения. Значит, как я не сказал, потому что европейский способ обозначения ударения с помощью аккорда, как обычно, а при комплексе, то при этом случае, когда встречается, это играется. Значит, сперва пол, а только ударение не снимайтесь, отдельно будем ударение ставить. А согласно не надо объединить? Но иногда пишется. Соединять? Ну, ничего, может и так, это же тоже честно. И как раз я вам написал отдельно, то может и так делать. Все в порядке. Ну, конечно, в самом тексте это было бы соединено, но это не играет роль сейчас. Чем-то нужно, чтобы как-то собой поселиться? Поднимем его.